Здравствуйте! В очередной раз приезжал ко мне мой спонсор, мальчик 15-летний из Москвы, любитель всего советского, фанат даже не то, что любитель, фанат всего советского. Никита его зовут. В предыдущих роликах я рассказывал, как он мне привез сначала патефон для музея, потом привез, спустя пару недель привез вот этот восстановленный из полного металлолома приемничек 49-го года. Вот. И заодно у меня, значит, погасил весь день. И весь день потратил на вот этот вот приемничек, который мы взяли из музея. Он его выбрал для того, чтобы его привести в порядок. Естественно, они в музее у меня приемники. Я их ни один не проверяю. Я просто опасаюсь включать. Вот. И возможность того, что они не рабочие, это очень большая. Ну, в частности, вот этот был практически не, в общем-то, не рабочий. Он его весь разобрал. Поменял емкости, конденсаторы. Здесь. И это радиолка, которая 50-х годов, рекорд 60 она. Вот внешне смотрите, она просто идеально выглядит. Драпировка, вот будто бы это вчера он был с завода выпущен. Давайте мы его послушаем, результат его работы. Давайте попробуем. Заранее прошу прощения у правообладателя данного произведения. Я его ненадолго включу. Так. Добился идеального звучания, он не успокоился. Вот. Значит, ну, теперь переходим к электропатефону, который он мне привез. Значит, они выпускались за 2 года до начала войны. И после того, как прошла война, их уже не выпускали. Поэтому их в природе осталось очень мало. После войны начали опять выпускать обычный патефон, но к нему уже просто была еще добавлена электросниматель, электроголовка. И вот как раз тот патефон, который он привез, он был с электроголовкой. Здесь же этот электропатефон, он не имеет собственного воспроизведения звука. У него, значит, надо включать на вот приемники, где есть вход, как бы с внешних источников, и воспроизводит звуки. Значит, он, значит, сделан вот в таком ключе. У него имеется два. Я сейчас, чтобы не загораживать подсветку. У него имеется 2 кабеля. Значит, один кабель. Вот это вот кабель. Это на усилитель звукоснимания. Ну вот даже сейчас, если колонки, более-менее, скажем, современные колонки, если есть, если вход сделать такой, подключиться, очень мощное звучание будет этого электропатефона. Причем с изменением звука. Если патефоны звук, как правило, не меняли, он в одном режиме работал, то этот работает, естественно, через усилитель с изменением звука. Так, значит, мы давайте его включим.
проверить. Он его, этот электропатефон, тоже нашел в плачевном состоянии. У него отсутствовал электромотор. Вот. Он, естественно, ну, естественно, родной электромотор. Где найти, если их всего единицы этих электропатефонов? Он что-то от чего-то воспользовался, от какого-то устройства сюда электромотором. Вот. Так, выключим. Значит, у него он работает. Вот я запускается вот таким вот движением и запускается этот диск. Дальше. Его можно и в обратную сторону запустить. Хотите послушать музыку в обратном звучании, вы можете вот таким образом запустить. Вот. Ничего подобного на других устройствах нет. Так, ну что, запустим его. Ну, я поставлю без усилителя. Попробую. Ну, он звук будет снимать, слышно будет звук. Но не си, только так вот. То, что в состоянии вибрационно издать эта игла. Вот это вот так звучит. Я сейчас попробую напрямую без усилителя на динамик подать вот этот, в этой вот радиоле. Что у меня из этого получится? Я вот здесь на звук снимать. Так, где у нас шнур? Усилители, ну что-то слышно. Я хотел съемку сделать, когда он его ремонтирует, но Никита не дал мне согласия на съемку. Он не любит, чтобы его снимали. Вот. А может, не хочет секреты своего умения ремонтировать раскрывать. Это пусть останется его тайной. Вот. Вот. Ну, на этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующих роликов.